Ты нормальный? В этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Драгон, Комик Санд, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Укус 87. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». По многочисленным просьбам, Драгон у нас играет за аниматроника, а я буду охранником. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем вызывать двери. Закрываем двери. Хитрые. Конечно, мы хитрые, бесконечная энергия, конечно, все будут этим пользоваться. Ну все хорошо. А как ты нас убил? Опять. Хорошо. Та самая ситуация, когда дверь была невидимая. Вы его видите? Ах ты, блин, я его и почувствовал. Блин, Драгон, ты что, решил сегодня вот так прям по красоте нас убивать? Да. Так. Открывай двери нам. Ах ты. Надо спауны поставить там сейчас, подожди. Он пользуется нашей слабостью. Ладно, дам шанс. Спасибо за шанс датый. Да как так-то он нас подлавливает? Ах ты негодяй. Хорошо, пацаны, сконцентрировались. И тащим. Уже сумасшедший, что ли, аниматронику несет? Это какая ночь по счету? Вообще будет пятая. Ого. По сложности как будто шестая. А что он хэллоункает? Ну, у нас, ребята, преимущество. Энергия не садится. Клацаем камеры. Смотрим. Так, получается... Камера выключилась. Что такое? А, не, заработала. Камера не работает. Так, слева нету, справа нету, в туалетах не дрыщет, на сцене нету. Дима, нету. Я обманул. Кто? Не понял. А, не, если... Он в одной сидит где-то. Ну-ну-ну-ну, пусть, мы же нормально, смотрите. Проверяем камеру. Все-таки нажал, да? Удачи. Какашка. Ну что, ребята, теперь будет в два раза сложнее. Как всегда, он нам делает сначала лайтовенько, а потом начинает нас пугать жестко. Берите телефон. Вонючий. Эй, телефон, заткнись. Deactivated. Да почему? У нас же... чё? Стойте. Чё произошло? Мы забыли двери закрыть, красавчики. Стоим и смотримся. И телефон лежит. Но. Дима, почему ты под раздачу сидишь? Я не понимаю, почему они открывают дверь, а умираю один я. Что за дерьмо? Ты говори. Блин, стекло вообще не просвечивается. А я вижу. Ну я понимаю, что ты видишь, ты молодец. Пацаны, мы затащим. Сейчас я энергия садится? Да. Господи. А, он пофиксил. Уже теперь нельзя сидеть на мониторах. Вы слышите его? Я знаю, вам очень страшно. Так что придется вам дверь открывать. Пошел. Слушаем. Закрывай. Я уже боюсь, ты когда открываешь дверь, я сразу умираю. Ну. У нас два часа и уже половины энергии нет. Да господи, дай нам энергию подсохранить. Ты что делаешь, подлец? Нет.
Да как так-то? Аниматроники же уходят какое-то время, да? Ну уходи. Это ударил меня, сволочь. И что, ты за нас убил троих? Да. Ах ты, аниматроник сегодня злой. Хорошо. Я тебя запомнил. В следующий раз, когда я буду играть за аниматроника, тебе жопа. Думаешь? Я уверен, так и будет. Кто руку высок? Ты задрал, ты с этой стороны, с той стороны. Дай открыть калитку. Так ты задрал, а? Даже нельзя повыглядывать немножко. Да уходи! Обосрать. Так... Блин, ты реально сегодня пугаешь? Так вроде только расслабился, ты сразу мочишь. Тебе не усталось нас убивать, нет? Ребята, какой-то я адекватный попался. Псих, на тебя эти ноги прищемил. Да, ребята, ну как нам пройти эту ночь? Он слишком злой. С Фокси побежит, представляете? Ты нормальный? Да. Дай нам выиграть хоть чуть-чуть. Не дам форы. Вы энергию повключали, это очень сильно садит батарею. Одна палочка, 4 часа, ребята. Шанс пройти нулевой. О! Уже обычные аниматроники начали ходить. Я видел, как он тут пролетел. Слышь ты, головатый. Хорошо, хорошо, радуйся. Радуйся, радуйся. Радуйся. Конечно. Так и дурак может играть. Ты задрал, ну как там играть эту ночь? Ты вообще адекватный? Все, я закрыл его. Думай. Так, подождите, если он будет меня сейчас убивать, правильно, просто так? Молодец, закрыл дверь. Это был этот по сюжетке, который. Ах ты, блин, а кто открыл дверь? Или энергия кончилась? Открыли дверь. Вот это ума у кого-то. Сразу видно, играю с профессионалами, точно знает, как играть, точно. Да, это Дарк 100% в инвизии у нас сидел. А, это он уже нажал кнопку, я понял, молодец. Я что-то не догадался, что за лох нам нажал кнопку, а это Дарк Драгон. Ай-яй-яй-яй-яй, зря ты со мной так, зря. Да? Конечно. Ты что думаешь? Ты хочешь подорвать бомбу, да? Нет, я хочу тебя убивать. Удачи. Нет. Ты не страдал очень много. Ты должен пострадать, так как и я. Ты готов? Ты будешь сейчас страдать. Хорошо, давай. Ребята, я не оставлю это просто так. Я ему буду мстить. И мстя моя страшна. Смеешься, да? Да. Смейся. Дарк Драгон, а ты где? А я в здании бегаю. Да? Да. Ну. Дим, ты что своих убиваешь? А я и тебя сейчас буду убивать. Ой. Убивай. А я тебя не вижу, где ты? Ты встрёшь в туалете? Да. Как дурачок ржёшь, как я. Ой. А ну, чё, это вы, пацаны, умираете, да? Да. Есть! Ну что, давай, выходи со мной, поборись. Ай-яй-яй-яй. Баги. Ты, ребята, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх.
подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Пацаны, взрывайте!